Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Роблоксер Влад. И сегодня мы поиграем в Minecraft Story Mod. В первый эпизод первого сезона. Ну и готовы. Серия будет длиться час, больше часа. Ключевое значение в этой игре имеет делающий выбор игрока. Сюжет, ну... Никакие постройки не вечны, так и всякая легенда, даже самая великая со временем угасает. С каждым годом утрачивается все больше и больше деталей, а то, что остается в конце, становится мифом, полуправдой. Говоря проще, ложь. И все же, во всем известном мироздании и в наших землях, и в чужедельных краях легенда об Ордене Камня передается из уст в уста, без сокращения. Ну, я об этом говорю. Воистину, лишь многострадальная земля нуждалась в героях, и наша земля, к счастью, знала своих героев, хоть и давным-давно было их четверо. Габриэль, воин, чей меч повергал в дрожь всех противников. Эльгород, инженер красного камня, чьи машины, ну, эру изобретений. Магнус, разбойник, который направлял свою разрушительную фантазию в благое для всех русло. И Сорин, архитектор, строитель миров и глава Ордена Камня. Вместе эти четверо друзей совершили очень долгое, по праву славу, короче. Величайшим их деянием стало путешествие в другой мир, ну, для битвы с драконом края. В конце концов, Орден Камня одержал победу, и дракон был повешен, их история... И они завершились, и они ушли, чтобы остаться жить в легендах. Я чуть болею. Не обращайте внимания. Но там, где качается одна история, начинается и другая. Ты с кем бы предпочитал сразиться? С кучей сотни... Не зомби размером с куру или с десятком кур размером зомби? С курами размером зомби. Сразиться с ними будет проще. Ну, они типа омерзительные твари. Значит так, я поставила на крышу датчик видового света. Секунду. А, это так и должно быть. Сорян. Ого. Если я все сделаю, все будет круто. Угу. Мне не хотелось оставлять тут Рубин на ново, пока мы будем на соревновании. Серьезно? Что за вопрос, разумеется. Ладно, я не говорю, что его не нужно брать. Не говорю. Но тебе не кажется, что с ним таскаться тупо? Так. Рубин мой лучший друг, поняла? Мне казалось... Ну, что я, ну, ничего такого не имела в виду. Рада, что все хорошо. Просто не хочется давать людям, ну, так. Кому какое дело, что думают люди? Знаю, просто это утомляет. Говоришь, ты неудачница, Оливия. Да у нас все хорошо. Ладно, хорошо. Слышишь? О, нет! Крипер. Ба! А, бррр! Ну и ну! Вы, девчата, прямо такие обалдели. Это было... Аксель, что с тобой? Классная маска! Правда? Ага, очень правдоподобно. Ну и физиономии у вас. Принес ракеты, короче. А как же, я даже кое-что для малыша принес. Здорово! Ты принес Рубину маскировочный наряд. Мы идем на собор еще. Кому? Он здорово смотрится. Хрю. Да и куча часов потратил на эту штуку. Ладно, ладно. Ну, я болею, так что не надо.
осуждать меня. Ты точно принес ракеты? Да, я готов. Жду вас, народ. Был бы он и впрямь твоим лучшим другом, ты бы его не выпустил на улицу. Надевать костюм на свинью небезопасно, но еще опаснее пытаться мне перейти. Встретимся внизу, хорошо? Ладно. Ну, некоторые фразы. Так, обыскиваем вещи. Сундук, ножницы. Пожалуй, возьму. Вдруг попадется какая-нибудь овца. Стойка для доспехов. Эту стойку я получил в подарок, но у меня пока что нет ни доспехов, чтобы на нее их повесить. Рубин. А ну-ка, Рубин, издай драконий рев. Сейчас. В путь, дорогие друзья. О, сундук еще один. Кремень и керасла. Для портала какого-то нам нужно. Ладно, использую люк. Уходим. С нашим Рубаном. Это все? Погнали! Ага, старик, погнали, пошли. До меня дошел интересный слушок о строительном конкурсе, но вы должны пообещать, что никому не скажете. Ладно. К тому же он состоит из двух частей, одна другая. Выкладывай. Часть первая. Специальным гостем на Крайконе в этом году будет никто иной, как Габриэль, воин собственной персоны. Вот это да! А вторая часть? Часть вторая. Согласно моим источникам, победитель строительного конкурса получит возможность встретиться с ним. Мне с Габриэлем мечта и большая честь. Это точно! Он великолепен! Было бы чудесно увидеть его. Робин, лучше быть постоянным. Ну, плачевно, короче, я не успеваю вам говорить. Слушай, а это твой истинный источник, случайное изготовление плакания? Короче. В общем-то, нет у меня никакого источника. Вы не в чат такие тупые. Эй, я мужик! Ребят, давайте сосредоточьтесь. Мы никогда не побеждаем, а в этом году ставим еще и Рубин. На этот раз мы победим. О чем это ты? Вот до сегодняшнего дня мы ненавидели проигрывать. Но сегодня, друзья мои, сегодня мы будем учиться любить побеждать. На словах у меня получается не так. Ну, короче. Нет, все круто, хорошо. Погодите. Ну, смысл строительного конкурса не в том, что что-нибудь построить. Надо сделать что-то крутое. Мы не просто построим что-то действием, мы соорудим что-то крутое. Закончим машину для запуска фейерверков, как и планировали сделать. Пожалуй, ты прав. Если хорошо произвести впечатление на судей, построить что-то страшное, крипера. А, она говорит, типа, лучше странник края, а ну лучше крипер. Я хочу эндермена, я их люблю, эндерняш. Давайте построим странника края. Идея Оливии. Стоишь, что ли? Нет, я хотел сказать, очень здорово. Ну да, пожалуй. Мы впервые в жизни с чем определились. Еще до конкурса. Не помешало бы раздобыть еще кое-что. Давай раздобудем. Мы хорошо подготовились. Не можем проиграть. В путь. На счет три. Будь готов. Нет, лучше всегда готов. Нет, это же самое. Раз, два, три, все как один. Приготовились, бойцы. Опа-опа-опа. Ну, круто я, Рубин, дерево рублю. Габриэль.
Сквидварда ловлю. О, мой год. Теперь я должен дросы в поле собирать. Это у нас типа такая тренировка и собирание ресурсов. Стригем овец. Рубим дерево уже куда быстрее. На! Седальный удар. Так. Да! Мы победим! Мы должны победить! Мы знаем, что будем строить. Да, все готово. В этом году все будет иначе. Я готова не только строить, я готова побеждать. Знатные у вас свинья неудачники. Мы не неудачники. Замечательно. Эта лука со своими оцелотами соперничество продолжается. Ого, у них кожаные куртки в одном стиле и все такое. Это так классно. Как так? Неужто орден неудачник? Отлично, горе команда, пожалуй. Ой. Пошли, парни, он им говорит. Не перевели. Имя. Привет. Аксель, привет, как дела? Нет, имя вашей команды. Имя команды? Об этом мы как-то еще не подумали. Орден свиньи мы. Мы орден свиньи. О, мы будем привязаны к Рубину. Стенд номер 5. Я чуть прибавлю, так что не шалуйте. Один лайк плюс один шанс, что я выздоровею. Стенд 2. О, сундук. Нету тут ничего. Взгляну на толпу. Он на весь город собрался. Да, весь Бэкэмтаун. Это стенд 4. Стенд 5. Черт возьми! Это что, маяк? У них маяк, черт возьми! Чертов маяк! Это витражное стекло. Они не просто подготовились. Они строят радужный маяк! Наша задумка куда круче. Огромный странный край, пускающий фейерверки. Это лучше, чем какой-то маяк. Да, у них только за сложность наберется. Но у нас есть кое-что круче. Нам, пожалуй, не следует. Ха-ха, гляньте-ка, орден неудачников. Снова. Точно подмечено, Джилл. Мы просто смертники. У вас у всех еще будет время насмотреться, когда наши... Ой, ну, а может и у не всех. На Крейконе запрещается брать еду или напитки. Рубин, не еда! Неужели я обманулся? А с виду он вообще еда. Странноватый комплимент. Сначала тебе придется сожрать меня. Ну, будем надеяться, что до этого не дойдет. Хватит! Время зря терять. Пойдем. Повезло, мне некогда. Эй, Джесси, ребята! Привет, Петра! Как её строительство? Прям покажет, что мы... Петра, забыл поблагодарить тебя за звезду Нижнего мира. Привет, Лукас! Ты помогла этим? За хорошую плату я любому помогу. Если вам что-нибудь понадобится, тогда никто из вас... Ну, короче, вот именно. Без обид, ребята, если у вас нет претензий к Петре, не должно и быть их. Поучи своих приятелей вежливости. Петре у нас претензий нет. А знаешь такую поговорку? Грубость не всегда побеждает. Звучит как наставление для неудачников. Дамы и господа!
Добро пожаловать на строительский конкурс Крайкола! Победители в будущем конкурсе смогут ставить свои сооружения на Крайколе! Лично встретиться с Габриэлем, воином! Надеюсь, мы победим! Оцелоты! 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 Ого, рукопожатие, а у нас нет рукопожатия. Придумаем. Хватка беспредельщика. Ну вот, ни с того, ни с сего я... Не стоит, мы справимся, просто следуйте по плану, и все будет хорошо. В этом году он свиньи не проиграет. Это дело. Итак, строительство начинается. Орден свиньи! Вперед! Занимаясь тем своей постройкой, мы будем заниматься своей. Какой-то у них маяк слишком гигантский. О, эндерняша. Вау, эндерняша крут. Ну, у всех какая-то ерунда. У нас эндермен. Ну, и вот момент истины! Никакого толку. Очень классно смотрится. Победа наверняка будет задание. Должен признать, этот стороне края очень неплох, Джесси. Ребята, на нас люди смотрят. Ну, та постройка. Что? Не может быть! Это же просто куча крашеной шерсти. Упс. О нет, Рубин горит. Рубин, нет, вернись. Она уничтожит постройку. Рубин потеряется. Я найду Рубина. Я найду своего крутого. Надо догнать Рубина. А вы занимайтесь постройкой. Мы пойдем за тобой! Чё? Не надо за мной идти! Эй! Ясно. Ну, короче, надо Рубина найти. Рубин, где ты хрюкни, если меня слышишь? Что там? Следы свиньи. Рубин, эта темнота мне не по душе. Еще следы копыт. Они определенно принадлежат свинье. Гм. Рубин никак не мог их сам оставить. В путь! О, пача! Рубин, ты там? Это все следы свиньи. Рубин, да не вы реп свиньи. Всем свиньям свиньи. Кустарники, поищу его. Откуда там курица?
Мой Робин не Бу. Робин, Робин, сюда дружище. Ищем Робина. Робин, тут страшновато. Костюм. Вот он, тлеющий костюм Робина. О нет, ты там, дружок. О боже, постараюсь не поджариться, Робин. Там нет Робина. Уф. Или есть? Так там нет Робина. Свет в конце туннеля. Что за стрёмная пещера? Тёмная дыра в склену. Ну, всего лишь паукан. Робин, это ты. Так ищем его. Рубин. Ищем Рубина. Дорогие друзья. Это Рубин! Это Рубин! Рубин, вот ты где. Пошли отсюда. Надеюсь, ты готов еще немного пройти. А! Забари! Мармаз! Робин, беги! У нас неплохо получилось. Крипер! Кажется, добрались. Уи! А! Скелеты! У нас деревянный меч еще есть. Наш зад! Держись сзади, все будет нормально. Ай. Меч. Дурацкие деревянные мечи. Хрю. Вот с алмазным бы такое не прокатило. Да, что плохо. Что-нибудь придумаем. Ты сейчас помчишься изо всех сил, Рубин. Встретимся в городе, обещаю. Уноси ноги живо. Отвяжись от меня, паукан! За орден свиньи! О, Петра! Давай уберемся с этого места. О, паутинка! Хочу кое-что тебе показать. Туннель, конечно, довольно хорош. Даже освещение какое-никакое. Далеко нам туда идти. Хочется мне показать. Осторожней, Джесси. Ну, короче, я уже бывал в пещерах Петра. Ага, но видел ли ты когда-нибудь череп иссушителя? Ага!
Оцени по достоинству. Ты сумасшедшая, Петра! Ты могла погибнуть. Не беспокойся так. На Крайконе я должна встретиться с одним парнем. Он готов мне его обменять на кучу алмазов. Ай, я буду молчать. Ну ладно, главное, чтобы он заплатил. Я заработала этот бриллиант. Ого. Ого, что такое? За один день ты проникла в нижний мир и убила скелета иссушителя? Я, конечно, тоже построил превосходную статую, но, наверное, здорово быть на твоем месте. Знаешь, ты мог бы пойти со мной. Вообще, если ты... Ой. А что без этого будет? Уважение, восхищение. И по мордасам не получишь за такие слова. Зачем тебе тут верстак? Иногда я пользуюсь. Так раз уж твой деревянный меч сломался, ты подашь мне новый меч? Лучше ты сам его сделай. Палка и два камня, вот тебе и меч. Открываю сундук. Бери все необходимое. Ага, ладно, спасибо. Я просто уточнил. Ага, вот то, что нужно. Майнкрафт. О, у меня откуда-то появился огниво. Видишь, лучше всегда делать самим. Пошли отсюда, Петра. Ты глянь, Крайкон весь так и сияет. Вот и задача. Похоже, Лукас и его оцелоты опять победили. Сочувствую, Джесси. Признайся, маяк и впрямь смотрится очень мило. Ну да, ну да. Но мне хотелось, чтобы в этом году мы наконец-то выиграли. Ожидаешь, может, Лукас окажется в высокомерии. Ну, короче. Ну, вот. Мы пойдем. Да, пожалуй, ты права. Я хочу сказать, если повстречаешь его на Крайконе, попробуй с ним поговорить. Петра, не надо мне читать лекции об эффективности общения. А как насчет лекции об эффективности моих кулаков? Она тебе поможет. Ладно. Помнишь, какими были мы, когда... Ну, тут... Кое-кому... Ну, ха-ха. Я не успеваю. Криперы! Чёрт! А, чёрт! Кажется, дело плохо. Да, дело плохо. Что, с этого места есть лишь один путь. В бой! Другого пути нет, только через них. Она это что будет запоминать? А? Их слишком много. Я не хочу умирать! Совместно с Моджет. Телтейт представляет. Майнкрафт Story Mod. Авторы сюжета. Мишел Кронос, Степен Маккейн. Режиссеры Деннис Лэмми, Грэм Харрос. Крипер Марк Хаммер, Джефф Пэрот. Анураж, короче. Эй! Анимация Джефф Сержи. Хирография Скотт Хэмэк. Программирование Рэнди Тудор. Композиторы Анадел, Антимо и Виолокова. Ой!
Жжет, жжет! А ты не в курсе, надо нырять в воду, а не шлепкаться в ней. Следуй за мной. Дай издать, если увидишь где-нибудь Рубина. Он должен быть где-то тут. Надеюсь, ты права. Итак, во время произведения сделки разговаривать буду я. Хорошо. Разговаривать? Но у меня же талант. Секунду. Укажи мне слугу. Попродержи свои внутренние таланты, хорошо? Джесси! А, Петра! Ну вы же все знаете Петру, мою новую закадычную подругу. Да теперь водой не разлучить. Мы столкнули друг с дружкой. Так, прости, Джесси, мы искали повсюду. Я видел ее, однако не успел вспомнить, как на нас напала орда зомби. А ты что делал в лесу, Петра? Ничего, мне просто привлекли пронзительные крики Джесси. Были бы мне добычей для пауков. Должен признать, меня удручает это все. Вообще, мы ни за что не позволили тебе отправиться за Рубином в одиночку. Но страшно, правда? Должен не больше. Да проигрывать самое последнее дело. Хуже не бывает. А теперь хожу, как в воду опущенный. Хватит. Вашу мораторию на нытье. И что это значит? А то никто не любит. Слушай, Джесси, пора пройти. Проверить объект. Ну да, объект. Только подмечено. Как обухом на голове. Мы с Акселем все равно собирались пойти. Я слышал, кто-то говорит, то короче. Быстрее. Мы договорились в этом перекрестке. Темно, темно, тут как темно. Странно. Он говорил о темном жутковатом переулке, вроде бы рот, но его тут нет. Ты уверена, что это и есть тот самый переулок? Была уверена. Ладно, меняем план. Вы остаетесь здесь на случай, если это и впрямь не ловушка. Ладно, я останусь охранять территорию. Спасибо, Джесси. Не успейте и глаз моргнуть, если будет без меня. Короче, я не успеваю. Ну и кто вы такие? Ответь мне. Имя Джесси. А тебя как зовут? Мне не надо с Петрой. У нас был договор. Не вижу ни малейшей причины оставаться тут. Ты тот парень, которому душит черепосушительно, верно? Потише, дурачина. О моих делах так слишком громко. Череп у тебя? Ну, хэм. Не стоит со мной играть в игры. Он у Петра. А она вернется скоро. Что ж, раз она его принесет, думаю, пару минут я подождать могу. Ну, хэм. Айвор. Ага, вот она! Извини, припозднилась. Но приятного момента, грех не подожди. Есть, конечно, ты готова отдать нам обещанное. Нам? Про нам ты ничего не говорила. А я не люблю сюрпризов. Если ты водишь компанию с подобными людьми, ну... О чем ты говоришь? Да нормально у меня друзья, правда, Джесси? Задело, короче, уже. Тогда продолжаем. О, череп! Я заберу бриллиант. Ну, она алмазов хочет. Да, ты его заслужил. За один алмаз так?
Но это не алмаз. Нет, это лазурит. Какой грязный, жалкий труп. Не надо его найти. Это не должно ему сойти с рук. Либо я получу свой алмаз, либо я его прибью. Мне придется там его оплатить. Ты его видишь? Чё? Чё? Нет, он скрылся. Значит, придется его разыскать. Пошел! Эх, билетов нет вообще. Приедем. Это он, Габриэль, Габриэль. Подойдите, у меня один вопрос. Это контролер, короче. Ты чего? Ты чего? Ничего, а ты? Ничего, а ты чего? Говорю же, ничего. Сишо. Сочувствую, ребята, что не победили. Твой друг сделал больно моему поросенку! Что ж, может быть, я тут ни при чем. Не жаль, надеюсь, все-таки скоро отыщется Рубин. Слушай, ты случайно тут не видел такого ржуковатого типа с бородой? Кажется, нет, а что? Да он Петру обошел. Ого, всем известно, что с Петрой лучше не связываться. Если, конечно, не хочешь неприятностей. Вот спасибо. Значит, все нормально? Ну да, нормально. Все в норме. Нормуль. Нормалек. Ха. До скорого, Лукас. Вот это чудо перьев. Что там? Секунду. И как опять команда раздолбает? Как проживает ваша дурацкая тима? С дороги, болбан! Эй, кого ты назвал болваном? Тебя с дороги! Эй! А то ща мой каменный меч достану. А-а-а! Ай, вор! А-а-а! Ты чего что делаешь? О, прошу прощения. Отстань от меня! Я же извинился. Рубин, это ты? О! Свежая свинья, бедная, приходи, долетай. Ничто так не радует желудок, как сочная свинья отбивная. Рубин! Чего ты кричишь? У меня тут, между прочим, бизнес. Это же моя свинья! Да ну, вообще-то я ее нашел в лесу, так что, похоже, теперь этот свин мой. О, не еда! Возовью эту кружку, и вот тебе кусочек. Мне лично нравится шоковина, обожаю ее. А хватит уже! Возможно, ты мог бы его выкупить. Хотя, мне кажется, у тебя нет ничего ценного. О! Отдай свинью! Дай сюда мою свинью! Ладно, ладно, маньячка. Бери эту свинью. Пошли, Рубин. Не стоило тебя в лес отпускать, поросяна. Это уже реальный Айвор. Помнишь, что мне нужно? Ну, с Петрой что-нибудь сделать. Короче говоря, знаешь, какой чувак обманул с Петрой? А, конечно, я с вами. Кто-нибудь его видел?
Я думал, что я заметил его. Погодите, вон он! Похоже, что он идет в зал. Нам нужно как-то обойти его. Вперед! Ага, привет! Как мы можем попасть внутрь? Билеты! Хе-хе-хе! Нет у вас, у нас никаких билетов. Милочка. А теперь ничего подобного. Я тоже чувствую себя идиотом. Извиняюсь, но нет билетов, нет шоу. Курица! Курица, курица, курица! Происходит так признательно, ты просто не знаешь. Например, билет на шоу давно распродан. Нам нужно его отвлечь. Он бегает от кур. Кыш, кыш! Этот привратник боится кур. Может, у нас получится курораздельную машину. Надо сломать окно, как мы до туда доберемся. Ты поищем, должно что-то быть подходящее. О! Слизи! Хэм! Могу поспорить при вашем блок слизи, я бы достал бы до него. О, привет, снова встретились. Хи-хи-хи. Один блок слизи, пожалуйста. Мы здесь не даем слизи в блоках, только в вещах. Но сегодня у нас их так мало, так что распускаем только по 3. Прости, пожалуйста, за прошлый раз. Я просто извинения принято. Каждому по комплекту ядер слизи, пожалуйста. Топ, тут только 8 ядер для блока, ну что делать? Ну ладно, надо найти способ добыть еще слизи. О, Лукас, пыжи! Слушай, Лукас, можешь оказать мне одну услугу? Все возможно. Мне нужно ядра слизи. Поверь, это просто не прихоть. Рот, что вы там хотите с ним сделать? Спасибо, Лукас, я же говорил, он норм парень. Да, он норм и крут. Там будет веда. Пора кое-что изготовить. Так, крафтим. Ай. Блок слизи. Сорян, я нуб в майне. В тесте я лишь один мастер. Опля, один блок слизи. Гадость. Я учту. Вот так. Узнаю тебя, Джесси. Подтолкни меня. Готовы? Вы готовы? Вы готовы? Куры! Там, наверное, их не спавнят. Мы птицы, мы любимые птицы! Не открывайте глаза, а то иначе они у вас им выглядят. Это наш шанс! Эй! Курица! Да, с курочки боевые. Куда он делся? Сюда! Через эту дверь. Что будем делать, когда туда пойдем? Есть миллион способов сыграть. Вежливо попросим свою собственность. Коротко, мило и по существу неплохо.
Готовы? Все готовы? Что я там вижу? Его, видимо. Что-нибудь видно? Должно быть, он пошел к другим вещам. Что это? Похоже, здесь был подвал. Странное место для укрытия. Бьюсь об заклад. Я найду что-то тут крутое. Найдем тут что-то классное и прихватим. Аксель, мы здесь не для этого. Я сказал, мы вежливо его попросим. Да, но раз этого парня тут нет, то и спросить не у кого. Не хочется его. Просто разыщите череп. Вечно мне не дают повеселиться. Мы разрешили тебе повеселиться. Чем быстрее мы найдем... Короче, то, что мы ищем, тем быстрее все и кончится. Окей. Петра, ты мне не нужна, ну уходи. О, привет! Она там золотой меч свой легендарный нашел. Слишком тяжелый и мягкий. Но очень эффективный. Да уж, вряд ли этот парень долго сражается. Слушай, каменный меч все-таки при тебе. Ага, пришлось помахать и пару раз. Перед Балладом Мясником впечатляет. Решил оставить, но мне тяжело. Ничего, все равно может пригодиться. К тому же он очень эффективный. Да уж. Зелье. О, посмотрите на это. Вы не поверите, но клянусь, я видел это во сне. Ага, это зелье подряд. Не трогай! Не трогай это. Я и так ищу. А вот и нет. Вот стащил зелье. Он обязательно заметит пропаж своего эликсира. Хороший вор всегда заметает следы. Готово. Идеальное преступление. Идеальный рычажок. Там командный блок и песок душ. Череп, возьми, что это? Песок душ, он повсюду в нижнем мире. А это что за блок? Никогда не видел ничего подобного. Хэм, попробуй посмотреть поближе. Не трогай! От Ливи. Мне было любопытно. Не забывайте, зачем мы тут. Мы тут ищем череп. Это командный блок. Откуда он у него? Итак, хорошие новости и жутковатые новости. Я нашел череп. Но что за черт? Зачем я рискую? Кулю головы ради того, что у него было. Может, Айвор коллекционер, охотник за трофеями? Или он их собирает, чтобы украсть ими кучу знамей? Кстати, я знаю, что он делает. Плюс душ, плюс 4 черепа иссушителя. Это же рецепт создания иссушителя! Но иссушитель это один самый ужасный монстр. Мы опустили сюда, чтобы найти череп. Мы его нашли. Можешь просто взять его и свалить отсюда. Есть шанс. Путь. А, бомж! Это бомж! Укрытие. Ты меня не узнаешь? Ты, пожалуй, удивил? Лен нашей встречи. Нет, не годится. Думал, что избавился от меня, да? Вот это лучше. Там свинья стоит. Беспалевно. Такого, да? Свинья самая беспалевная. Что это было? Кто здесь?
ты? Что вы тут делаете? Чтобы вы видели. Оставить его. Ага, прочь, приятель. Вы? Вы что, следили за мной? Ты думал, даду нас и концы в воду? Вы пришли объяснить тебе, как ты ошибся. Что вы собираетесь сделать? Мы видели твоего иссушителя. Вы умнее, чем кажется. Эй, не позволю разговаривать с моими друзьями так. Довольно! Мы и так уже потратили кучу моего времени. Куда он делся? Раз вы не хотите по-хорошему, тогда я рад буду вышвырнуть вас. Он создает железного голема! Покажи нашим друзьям дверь. Когда он будет уворачиваться? А, бежим! Ух ты, это так здорово! А сейчас впервые за всю историю Крайкода мы с гордостью объявляем! Единственный неповторимый Габриэль! О, это Габриэль? Габриэль, мы любим тебя! Спасибо! Вы со мной! Все в порядке? Эм, народ! Где Лукас? Мне казалось, он был прям там. Что ж, если его нет, он может быть только... Он все еще внизу! Ой, вора, есть железный голем. И те составляющие, чтобы построить иссушителя. В такой толпе его трудно разглядеть. По счастью, тут находится величайший воин. И он сегодня пришел. Это самый способ помочь. Нужно, чтобы Габриэль вытащил Лукаса. Забрался со всем, что мы там видели. Так. Джесси, надеюсь, Лукас смеет продержаться против голема. Тогда скорее. Что ж, я и всем приглашение. Рипальные подготовки и так далее. Короче. Каждый может стать героем. Посмотрите прям мне в глаза. Хочу, чтобы вы знали, я тоже смотрю вам в глаза. Начните верить сегодня. Есть несколько вопросов. Народ, соблюдайте порядок. А ты в правом ряду. Допустим, когда Эльгард и дракон. Ну, в общем-то. Короче, хлеб, следующий вопрос. Да дальше. Какой у вас вопрос к великому Габриэлю? Да, здесь все в опасности. Ладно, подожди минутку. Это что, шутка? Она совсем не смешная. Это не шутка. Кто-то строит монстров в подвале. Хм, возможно, следует проверить. У меня вопрос. Простите, но надо дождаться своей очереди. Сперва ответь. Ты прав считаешь, что любой может стать великим? Если упорно работать, да. А я что, оплошал в этом плане? Я что, ничего не сделал? Айвор? Вот с ним знаком. Это правда ты? А ты откуда его знаешь? Сомневаюсь, дал ли я его по-настоящему. Но то, что я о нем знал, мне совсем не нравилось. Взаимно! Почему бы не сказать им, как было на самом деле? Вижу, время тебя источило. Зато тебя сделало хуже, чем раньше. Итак, этим людям было обещано величие. Я готов в чем сделать. Кто-нибудь, остановите его! Габриэль, ты должен его остановить.
Ничего, не вечно, Гебрин. Айвор, нет! Это началось. Монстр, вперед! Визор буря родилась. Это просто жопа. Спокойно, этой мерзкой твари далеко до меня. Монстр вперед! Ага, она уже тебя обогнала. Командный блок не разрушить мечом. Что она сделал? Габриэль! Нет, не приходи, ему нужен я, а не ты. Это пробка. Гляньте на него, великий Габриэль. Похоже, истинное величие ему недоступно. Он, пожалуй, не смеет сокрушить эту тварь, зато я смею. Монстр назад! Йоу, это крыльет. Монстр назад! Ему не остановить эту тварь! Не стоит волноваться, друзья! У меня есть эликсир, который разрушит это создание зелья. Так это же... Ой-ей-ей. Он ему регенерацию кинул. Что? Возможно, оно было... Должно было сработать, я так старалась. Зелье, Аксель, ты должен бросить настоящее зелье. Кто нашел, тому и принадлежит. Воры, вы все испортили, Аксель, ну души. Джесси, бросай его. Оно закрыло командный блок. Пускает в ход самозащиту. Без открытия командного блока зелье бесполезно. Так не должно было случиться. Айвор, вернись, трус. Джесси, помоги мне! А! Спасибо! В одном Айвор был прав. Эту тварь мне не победить, по крайней мере, сейчас. Все губы бегут прочь, кроме тебя. Вы мне поможете? Конечно! За мной! Это просто... Эта тварь растет, растет. И что сейчас будет? Вы должны этот кадр увидеть. Вот вы должны. Нифига себе. Напишите в комментах, кто сильнее, Годзилла или вот это. Большинство, думаю, напишут вот это. Стой! Эй, я здесь! Кто-нибудь, помогите! Народ! Курочки, помогайте! Чувак, ты был такой нужный для сюжета. Народ, мы остались здесь, внизу, бросили меня. Нет, мы пытались припрудить Габриэля. Джесси! Подожди, мы должны держаться вместе. Джесси, помоги мне! Зачёлку и двор стреляю в упор. Йоу, фух. Жесть, уже час прошел. Нам нужно попасть в мою крепость. Спасибо за помощь.
Что ж, теперь мы в расч... Как мы такое уничтожим, Йоу? Ну я-то знаю, а вы... Не останавливайтесь! Я самый медленный. Почти что. Ай! Нет! Вау, я умер. Это у меня обычная пятница, так сказать. Обычная просто пятница в моем Майнкрафт мире. Эх, теперь я попробую встать на сторону свинюшки. Храм совсем близко, за мной! Тварь мощная. Скорее в храм! Тайная комната полностью из обсидиана. Там ничего не должно угрожать. Портал в ад! Если вы пройдете через портал, вы будете в безопасности. Хэм, тут что-то не так. Нет света, огнева. Все внутрь, немедленно! Кэприэль! Гебриэль! Я спас жизнью своему кумиру, и он мне сказал спасибо. Йоу! Их так много, я не могу спасти всех. Я не справлюсь в одиночку, нужно найти остальных. Остальных? Сорен исчез много лет назад. Найди остальных! Возьми этот амулет и береги его. Ты справишься. Как я их найду? Амулет покажет дорогу. Пройди через портал, а потом... Мы вдвоем идти через портал и встретимся с остальными. Я с тобой. Нет, Саша, не думай. Надо шагать в портал. Встретимся у храма в противном случае. Гебриэль! Нет. Выбор. Сейчас будет выбор. Петра. А теперь Гебриэля. Нет! Нет, Гебриэль!
Айч. Ну, каждый из нас идеален. Где Петра? Мы сделали все, что смогли. Что ты говоришь? Лесте, о чем он? Скажи, Лукас. Я испугался. Всего на миг. Испугался? Я не виноват! Испугался и не виноват! Назад, Аксель! Нужно вернуться! Нет, лучше подождем! Нужно вернуться. И просто надо дать время. Петре нужна наша помощь. Мы идем. Эй, вот она! Нужно быстрей. Опять вы? Ох! Эй, 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 эй! Алло, алло! И куда ее щупальце исчезло? Айвор! Вы все испортили! Не притворяйся, воришка! Вы взяли у меня самое ценное зелье! Я его долбану хорошо! Бомжа! Слово неудачное насилие! Это ничего не даст! Там наверху ничего не осталось, ничего, кроме сушающей бури. Чего мы тратим время для разговора с этим уродом? Надо найти Петру. Девчонку, я ее видел. Что? Когда я бежал к порталу, то встретил ее. Она неслась в противоположную сторону. Очень смело, да? Но между смелостью и глупостью очень тонкая грань. Говорю вам, она дуреха. Это из-за тебя наша подруга в беде. Из-за тебя мы застряли в этом мире. Вам не надо беспокоиться о другом. В этом туннеле есть пути до вагонеток, проложенные орденом камня. Так что у нас есть выход. Нужно пойти по ним. Как не горько признавать, но он, пожалуй, прав. Молодец, что смирно поклоняешься. Что это было? Я бы пожелал вам удачи в нижнем мире, но я вам сочувствую. Йоу! Да его рукой можно убить, вы издеваетесь? Пошли отсюда. Гаста рукой можно замочить. Йоу-йоу-йоу-йоу! Сейчас начнется какая-то жесть. Вот она, да, Нижний мир! Да, тут столько лавы и других радостей, от которых можно дотла сгореть. О, нет! Ого, обрыв, да еще какой обрыв. Держитесь! Ха! Держаться тут самое лучшее. Рубильник, ну же, давай! Да, фу! Да уж, это круто.
О, как Аксель, Оливия, Рубин, кто-нибудь. О, там скелет! Да Рубина целится. Моего поросячий шрай! Моего поросячина, да ни за что. Ладно, Рубин, помнишь, как я говорил, что все будет нормально, знаю, когда я ошибался, но на этот раз все будет хорошечно. О! Эй, должен был быть минус Гаст. Гаст вообще побирает с одного раза, а не с двух, если вы это не знали. Я должен был взорваться. О, ха-ха. Вообще, Гаста официально вычеркнули из моего списка запланированных встреч. С Гастами покончено встречаться. Эх, твою налево. Вот это должно было быть. Какой ужас, какой кошмар. Сейчас будет минус или что? О, я в самом конце. Это как я на Ютубе скатился. Все хэмбы, все целы. Стало быть, я живёхонек. Это, пожалуй, неплохо. Я тоже живёхонька. Понять не могу, что Петра постоянно сюда спускалась, в это жуткое место. Аксель, потому что и горло будет болеть. Удалось! А, чего, чего? Ну нет. Ты же лежал, как резанный поросячий лист. Вы счастье. Так, дорогие друзья. Может ли человека стошнить изнутри? Ага, меня уже раз в пять. О, посмотрите на это. Здесь сходящие все пути. Отсюда можешь попасть в нормальный мир. Вот портал! Об этом и говорил Габриэль. Это наш выход. Он должен вести наверх. Но наверху эта тварь. Он прав. Мы понятия не имеем, куда попадем. Там может быть опасно. Спасибо за твою смелость, Аксель. Ладно, иду, уже иду. Вот прям сейчас. Сначала я. А то он будет тянуть. Я не это имел в виду. Я иду. Ну, если ты так настраиваешь. Что ж, увидимся на той стороне, надеюсь. Будь осторожней. Спасибо, Джесси. Я так долго иду в портал. Будто мне боязно, что тут. Что ж, это не то, что чего я ожидал. О, зомби. Я! Как-то изи его вынес. У него как-то мало хп было для зомби. Там был зомби. Ого, он мертв. Ну то есть теперь уже совсем мертв. Да. Ладно, в путь. Где мы? К темноте. Черт возьми, где? Может, стоит расположиться на ночлег? Опасно. Я думал, мы к храму идем. Мы ищем громадное здание. Думал, мы без труда его стоим. Ну, где Айвор говорил? Тогда мы, может, найдем где-то хороший храм?
Ну, надо обустроить убежище, кажется. Я про это и говорил, да? Верно, надо сделать убежище. Построить только-то тебе. Это займет целую вечность, пока мы будем это что строить. Лучше хижину. Лучше идти. Давайте побыстрее. Что? Домик на дереве, естественно. Тогда за дело. Ну, начнем строительство домика на дереве. Ой. Если я проснусь от того, что у меня ползет паук, тогда все нормально. Я же не надеюсь, Аксель. Да. Смотрится неплохо. Это не домик, это платформа на дереве. О, да. Платформа на дереве. О, блин, что? Хочу кое-что вам сказать. Пообещай только не сходить с ума. Что? У меня есть печенье! Одно мне. Одно Оливии. Одно Джесси. Спасибо, Акси. И одно Рубину. В виде Лукаса у меня только 4. Да ладно, ничего страшного. Отдам печенье Лукасу. Естественно, я ж добрый. Отбей Лука. Ну нет, ни за что. Я настаиваю. Спасибо, Джесси. Это было печенье для тебя, Джесси. У него была травма на всю жизнь. После такого. Кто думает, что она страшная? Не, ну она реально страшная, как какая-то чубакабра. Так, с десятком гор, делай мудрый выбор. Хороший вопрос, дай-ка подумаю. Народ, как вы можете шутить в такое время? Педро все еще в опасности. Надо не падать духом! Конечно же! Будем горевать. Аксель, я прав, верно? Может быть, но с ней будет все в порядке. Почему ты так думаешь? Дачи и быть не может. Что ж, ладно, надо немного отдохнуть. Как только можем, начнем поиски храма. Моя мысль такая. Если мы начнем от портала, тогда... Это я тебе сделаю. Решим это утром. Джесси говорит не о нас, а о себе. Аксель, решим это утром. Ты один носишь эту дурацкую куртку, не указываешь нам, что нет. Сними слова обратно. Не могу и не буду. Я ношу эту куртку, потому что я специалист по строительству. Но из этого не следует. Твои угрозы меня не пугают. Мы теперь знаем, что... Давайте прекратим. Хватит уже. Они меня реально бесят. Немного ли от тебя вреда дал? За тебя, Петра, может быть в опасности. Ты перегибаешь палку, я не собираюсь этого. Знаешь, что я, пожалуй, пройду собираться между собой. Нельзя тебе уходить, это слишком опасно. Ты останешься с нами! Никуда ты не пойдешь. Но Джесси, хватит, мы сейчас. Одна команда, он остается. Кура размером зомби. Вот с кем я бы сразился.
Почему это? Потому что я голодный, как волк. Конечно. Ха, гнилая плоть. Лучше дождь, чем это. Спасибо за компанию, Джерси. Да. Ну, в путь. Думаю, мы дойдем в храм успешно. Мне жаль, что так вышло. Ибо собаку ужасно неловко. О, там что-то есть. Стоп. Какая-то постройка, мне кажется. Давайте взглянем поближе. Напоминаю, это лишь первый эпизод. Должно быть, это он. Что это за место? Вы не можете понять. Это храм Ордена Камня! Лукас, ты уверен? Он круто смотрится. Так же. Обалдеть. Думаешь, он там? Пойдем посмотрим. Давайте будем осторожнее. Ладно. Если заметите, что кричите, тогда... Нет, ну, короче, тут раздатчики. Ну и что ты раздаешь, малыш? У меня такое ощущение, что лучше этого не выяснять. Держитесь за мной. Опасно. Самая крутая ловушка с не с нажимными плитами, а с вот этими, а с нитками. Потому что... Нажимные плиты незаметны, а нитки нет. Это мне не нравится. Бежим! По мне попадало. Мы в ловушке. А надо их отставить, побольше. Что-нибудь полезное. Так, остались у нас новости материалы. В карманах надо пошарить. И найдется что для работы. О! 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 Я знаю, что для чего это нам нужно? Ха-ха. О, я знаю, что мы сделаем. Мы сделаем лук. И придем на эту нашумную плиту. А как лук крафтится, собственно? Как-то так вроде. Да, за так лук крафтится. И стрелы. 16 стрел нам хватит. Ладно. Судьба Ордена Свиньи меняется. Это должно быть их чародельная комната.
Похоже на жуткий подвал Айвора, правда? Поговорим с Лукасом. Или что-нибудь, не знаю, насколько полезное, но во всяком случае интересное, в комнате все пропитано историей. Ну да, это ж орден камня, все такое. О! Зачаровальная. Битва была жесткой, но орден камня одержал полную победу благодаря тому, что... Ну, земля спасена, воцарился мир и благодарствие. Ну, не постоянно же. Да, эти пятеро храбрецов, пятеро друзей вместе совершили очень много. По правду с них искали себе славу пяти героев. Айвор был! Они сами решили избрать столь славный конец. Они решили убить дракона. Айвор был членом ордена камня. Так. Они лгали, всему миру. Ого, поверить не могу, что вы безумие какое-то. Может быть, орден и не такой, каким мы его считали, но Петра все еще... Джесси, правда. Надо сосредоточиться на всем. Куда идут вступления? Короче, все. Я не могу это все читать. Уже 1:30. Наверх идем. И там нас ждет. Вот это круто! Ого! Что случилось со стенами? Точнее, что случилось со всем этим местом? Должно быть, здесь они встретились. Так где же они тогда? Габриэль говорил, что когда мы найдем храм, Аулет придет нас в корни. Так чего ж ты ждешь? Делай это. Не указывает, просто так. Что-то должно случиться, или... Похоже, это был обман. Скорее всего, мы что-то упустили. Посмотрим вокруг, может, что-то найдем? Пьедестал. Прямо как амулет. Приведите амулет. Взглянуть на карту. Это карта всего мира. Куда лучше, чем на Крайконе. Так. Тут какие-то переключатели.
Так. Что тут делать? Лампочки включать? О, что-то вышло. Ого, светильник загорелся. Это совершенно невероятно! Как они это построили? Должно быть, это система слежения. Это орден. Он показывает, где они сейчас. Короче. Надо найти одного из них. В поверхности, или может он не работает, когда в внешнем мире нужно сходить и найти кого-нибудь. Нам надо найти Петру. Эта иссушающая буря все еще не стихла. Мы знаем, что Габриэль откинулся. Нам нужно найти Орден Камня. Но тут только два огня. Только два члена Ордена. Он говорил, что Сорен пропал. Остается Магнус. Или Эльгар. Выступая. Я не иду с вами, ребята. Я останусь здесь. Насколько я знаю Петра, она, скорее всего, делает все, чтобы отыскать это место. Просто будь осторожен, ладно? Если есть хотя бы какая вероятность, что она жива, я ее найду. Вступайте, приведите под Бога, а я тут останусь и переночую ночи. Но этот храм довольно велик. Так, короче, если может один из вас со мной пойти, пожалуй, Оливия обеспечит тебе надежное прикрытие, а мы с Джесси отправимся. Разыщите Магнуса. Там нужен Эльгарад. Он величайший в мире инженер. И он лучше. Мы пытаемся его уничтожить. И коль скоро там, нам нужен Магнус. Ты же умный парень, Джесси. А самое умное решение — это отправиться на поиски Магнуса. Наверное, он хотел сказать нам Эльгара. Давайте Магнуса. Магнус! Собирайся в путь. Аксель, мы идем за Магнусом. Оливия, ты остаешься здесь с Лукасом. Подготовься к возвращению Петра. Ладно. Но мы это сделаем только ради Петра. Окей, я возьму его. народ. Что за... В следующей серии Minecraft Story Mode. Джесси и Аксель возвращаются в Нижний мир, чтобы разыскать Магнуса Разбойника.
и оказываются в царстве хаоса, где полным-полно опасных людей, подверженных внезапным порывам и смертоносными увлечениями. А между тем огромная буря усиливается, сметая все на своем пути. Времени у наших неустрашимых героев остается меньше и меньше. Ну вот и все, дорогие друзья. Вот и конец первой серии. Всем удачи и пока!